Компромисс между интересами жителей и наполняемостью муниципального бюджета нашли представители Совета депутатов города Щелково. Постоянная комиссия по бюджету предложила внести изменения в положение о земельном налоге. После переоценки кадастровой стоимости земли налог за участки в Щелковском районе вырос в разы, чему не очень обрадовались многие дачники. В связи с многочисленными обращениями жителей депутатами было предложено снизить налоговую ставку до 0,2% для нескольких категорий собственников. Физическим лицам для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, а также дачного хозяйства и занятых жилищным фондом объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса. Сегодня на комиссии мы одобрили уменьшение ставки земельного налога с 0,3% до 0,2% от кадастровой стоимости. Конечно, будут выпадения из доходной части бюджета, но они компенсируются другими частями, другими поступлениями. В качестве других поступлений, например, можно рассматривать налог на имущество индивидуальных предпринимателей, который раньше поступал в областной бюджет. Теперь средства будут аккумулироваться на муниципальном уровне. Ставка, которая рекомендуется и принята на уровне области по юридическим лицам, в 2016 году 1,5%, в 2017 последующие годы 2%. Соответствующие изменения комиссия по бюджету также утвердила и вынесла на следующее заседание совета. Обсудили депутаты и другое важное для щелковской экономики решение. Новое положение о бюджетном процессе принимается в связи с изменениями в областном законодательстве, а также предполагает ускоренное внесение корректировок в финансирование муниципальных программ, давая администрации возможность в случае необходимости перечислять средства между различными разделами бюджета. Большой плюс от принятия нового положения в бюджетном процессе заключается в том, что администрация получает право более гибко использовать средства. Если, например, на разделе ЖКХ имеются лишние денежные средства, то их нельзя употребить, там, например, на дороге или на культуру, и наоборот. Данные поправки они позволят администрации делать перестановку и таким образом лучше и более гибко управлять расходами денежных средств. Я думаю, что это хорошо отразится на благоустройстве, которое в сжатые промежутки времени производится. Все утвержденные комиссией решения будут вынесены на согласование с Советом депутатов на следующем заседании, которое планируется провести 10 августа. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».